школе номер 4 имени Петра Климука собрались настоящие любители географии на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Мы уже не первый раз принимаем олимпиады регионального уровня. И, конечно, для нас это большой праздник. Мы видим замечательных детей. Среди них 17 человек нашего городского округа. Желаем успехов всем и особенно нашим детям. Желаем им победить или стать призерами. Добиться высоких результатов в олимпиаде по географии старшеклассники, мотивированные привилегиями при поступлении в ВУЗ, настроены решительно. География что? Ну вот просто всякие природные объекты, которые мы узнаем, какие-то вот про северные полюса, например, там, да, про ледники тоже очень интересные темы. Все, в принципе, само изучение науки. Нравишься здесь? Конечно. А почему? Настрой боевой. С 5 класса у нас был очень хороший преподаватель, и она привила нам всем любовь к этому предмету. Нам казалось, что это достаточно интересная наука, которая очень многогранная, и в ней можно найти правду очень много чего интересного. Вместе с тем, география – наука непростая. Но, несмотря на это, ею интересуются немало школьников. Продемонстрировать свои знания по любимому предмету в этот день приехали 99 старшеклассников из 8 округов Подмосковья. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.